Всем привет! Доброго времени суток. У меня сейчас утро. Время почти 8 часов. Почти 8. Сегодня очень рано встали. Где-то, наверное, половина седьмого, даже чуть, может быть, раньше. Сейчас мы в Воронеж приехали. По делам. Сейчас где-то, ну, часик нужно будет покататься по делам. Пока стоим и ждем. Потом нужно будет съездить в одно место. Потом вернуться снова сюда. И потом будет некоторый такой промежуток времени свободный. Ну, часов несколько будет свободных. Вот. Я думаю, что мы сегодня съездим в парк. Как раз в это свободное время. Проведем его в каком-нибудь Воронежском парке. Куда поедем, еще пока не знаю. Сейчас погуглю, немножечко посмотрю, куда можно съездить. И поедем. В общем, как-то так. Диана от нас уехала. Уехала к бабушке погостить на некоторое время. Ну, я не знаю конкретно, сколько она захочет там побыть. В общем-то, как надоест, как решит, так вернется. В общем-то, как-то вот так. Переехали ребята на другое место. В общем-то, Женя пошел, ему тут нужно кое-что сделать. Я пока сижу его, аж дом. В общем-то, на улице сегодня солнечно. Я даже, оказывается, наверное, жарко оделась. Я взяла с собой еще курточку у меня там сзади. Я-то все думаю, что я замерзну, я вообще такая мерзлячка. Ну, как бы, я так полагаю, что сегодня будет хороший денечек. И уже сейчас прям так активненько припекает. Кстати, можно пока отстегнуться. Нашла тут местечко удобное для телефончика. В общем-то, что хотела сказать. Вчера же мы ходили в кино, смотрели фильм «Аманат». Ну, если кто-то видел видео, да, предыдущее, то знает, что как бы не запланировано мы туда вообще попали, на этот фильм. Зашли вообще спросить про другой фильм с Нагиевым. Хотели посмотреть, вот сейчас, честно, не вспомню уже название. Что-то там «Мой папа вождь», по-моему, как-то так называется. Могу путать, ну, посмотрите. Ну, что-то в этом роде, в общем-то. И у нас этот фильм шел днем, то есть как бы вечером не было сеанса, поэтому вот как-то так. И нам посоветовали сходить на фильм «Аманат», говорят, исторический фильм, то есть как бы интересно, и сходите. Вот. Ну и как раз оставалось 15 минут до начала, ну мы решили пойти. В общем-то, не пожалели, фильм действительно классный. Это вот я от себя, просто мое мнение, я ничего такого никому не навязываю, свое мнение, но просто хочу сказать, что действительно фильм классный. Я даже... Были такие моменты, когда действительно вот даже плакать хочется, на слезу, так сказать, пробивает. Там вот просто, ну, все задействовано, и чувства, и как бы, и патриотизм. Ну, действительно, вот стоит посмотреть для любителей особенно исторических каких-то моментов, вот этого всего, знаете, такого, как бы правильно выразиться, ну, времена таких балов, да, пышных нарядов, платьев красивых. Ну, в общем-то, рекомендую. Да, нужно смотреть. Не буду, конечно, пересказывать фильм, потому что, ну, это ни к чему. Сейчас и в интернете можно, да, посмотреть, почитать что-то коротенькое там. Вот. Но лучше сходить и увидеть как бы один раз, да, чем слышать от других. Ну, это вот мое такое мнение. Фильм действительно достойный. Я сразу после фильма скорее загуглилась, начала там смотреть, сопоставлять факты уже как бы с оригинальными, да, с историческими. Ну, действительно, очень много совпадений, очень много всего. Ну, супер, супер, нет слов. Умеют все-таки наши, оказывается, хорошие фильмы делать. Идите налево, а затем поверните направо на улицу. Ребятки, едем в парк. Решили поехать в центральный парк Воронежа. Камера на светофоре. Ограничение скорости 6. Вот он, ребяточки, старый Воронеж. С вот этим вот обрамлением зданий. Такие здания обожают. Пока стоишь на светофоре, можно все рассмотреть. Прям тоже есть такие хорошие живописные здания. Их не так много, конечно, но они есть.
из окошка автомобиля. Ребятки, я разделась, на улице прям жарко. В общем-то, мы куда-то приехали. Идем сейчас. Я так думаю, что мы как раз к парку и выйдем, наверное, не знаю. Еще как-то так. Прям вообще красота. Так тепло, наконец-то лето. Солнышко, погодка. Ну, супер. Так, пока ничего нет, впереди. Вот, чтобы вы понимали, кроме ступенек, как бы вот. Дети какие-то ходят, может, лагерь какой-то. Ой, Женя в ресторанчик решил сходить. Это что, ресторанчик? А? Деревенский ресторан сыроварня. Ну-ка, дай. Понятно, кому интересны цены. Мы пока кушать не будем. Я что-то не хочу пока сидеть, мы только пришли. Ну вот мы уже. Заходим в парк. Мне кажется, здесь не было. Ты был? Как это приятно, когда мы где-то с тобой не были вместе. Я даже сейчас скажу, даже не знаю, что здесь что-то есть. Вот видишь, а теперь знаешь. Тополиный пух, ребятки, летит вообще. Если у кого-то аллергия, то как бы да. Что-то будет. Видишь, аппарат. Что, еще что-то делать? Не знаю, видишь, как. Ну, может быть. Вот ты как-то аппарат. Паровозик. Паровозик. Солнышко-то как припекает. Чего ж я такая молодец, что не надела ни шорты, ни юбочку, ни платьице. Какая же я умница. Хорошо, хоть майку с коротким рукавом нацепила. По всему парку да поехали вообще легко. Я сейчас вот с волком или зайцем. А ты в вагончике с этим, с Буратино. Ну ладно, как-то так. Ой, псички-то. Мороженое, сладкий бат. Ты батку хочешь? А вон там еще один паровозик запрятан, видите? Что там заныкан? Это еще не время. Для мальчика. Или вон на починке. Мужик какой. Это что? Мостик? Угу. Пошли, я не что-то за мост. Хотел сказать, на водоемчик посмотрим, на канавку. Нет, там водоемчик. Сейчас в окошко, ребята, посмотрим. Нет? Не принапуха. Ну да, пуха много. Момент фот, 100 рублей. Ой, это подожди, где мы с тобой? А, в Еленжике. Точно, будки такие. Чё, чего там? Братская могила, парк, парковка, спортивная площадка, какой-то там театр. Здесь что-то видишь, тут пока одни детские площадки, если честно. Которых очень много, всякие горочки. Прям раздолье для детей. Вот это вот ряд. Сторона прям полностью. Вот это вот все. Качели, значит, это Только одна проблема, это тополя. Ну, фух, это сейчас просто такой конкретно. Сезон. Ну да, но у меня нет аллергии. У тебя что есть? А? У тебя есть аллергия? Девушка какая-то. Ой, я очень аллергия. Нормально реагирую. Уточек можно покормить. Вон, с нечем их покормить. Ой. Давай тебя кинем туда покормим. Они не будут меня есть. Они нормальные существа.
уточки. Ой-ой-ой, птички. Ой, мы вас испугали. Простите, пожалуйста, как они греются на солнышке. Ой, какие классненькие. Сюда бы, знаешь, лебедей бы. Красота была бы. Да? Сейчас убежим. Уточки же живут. Тебе правда не нравится? Тебе правда не нравится? Да. Ну, я просто оптимистично мыслю иногда. А иногда нет. У меня все в настроении. Какие фонарики там. Вот сейчас у меня хорошее настроение. Кофе? Нет, кофе я не хочу. Я уже пила кофе утром. Сейчас а меню... И есть я не хочу. Если хочешь, я могу посидеть с тобой, ты поешь. Вот так вот. Вот с голоду так и вздыхает. Вообще-то ты уже чебурек съел. Если нет, что. Кто видел? Я видела. Давай идем, да? А что еще делать? Конечно, идем. Куда? Сюда, да? Или сюда? А зачем туда идти? Я не знаю, там что. Ну, это проволочная тропа, не без какая-нибудь. Снегу можно идти. Зачем нас идти? Когда можно по солнышку. Я тоже так думаю. Это ж круто. Принимать солнечные ванны. Посмотрите на человека. А ему со мной всегда весело. Но те некоторые зрители мои сочувствуют, чтоб ты знала. Если тебя это успокоит. Я, блин, живу. Женя, ну, у меня контент без мата, понимаешь? Неприемлем так. Это рабочая обстановка. А как ты живешь, кстати? Хотела спросить. Слов нет, я очень промолчу. Нет, да. Вот ты можешь, знаешь, выговориться. Людям хорошо, мне приятно, например. Да? Я узнаю себе много нового. Молодец. Сделаю выводы и сделаю еще лучше. О, еще хот-доги. Давай уже купим тебе хот-дог. А ты есть будешь? Так я же не ем мясо. Опять ты забыл. Я тебе говорила, если был бы какой-нибудь бы с рыбкой... Я съел бы. Это как? Ну, а почему я все время? Ну, почему я должен? Ой, а там что-то как красиво. Пойдем меня туда сфоткаем? Пойдем? А что фонтан не работает? Пойдем, уж по кружке пойдем. Ой, ну ладно, давай по кружке. Что-то меня еще просто нигде не фоткали, а у меня так настроение портится, когда меня не фоткают. Правда, я сегодня, я вам уже сказала, не нацепила что-то летнее. Ну да ладно. Нет, так здесь прикольно. Я думала, сзади паровозик. Др-др-др. Но нет. А что происходит? Мы не в теме? Или просто отдыхает даже? Вот здесь. А, нет, они просто общаются. Я думала, мы с них прогоняли. Друзья. Да. Ой, как здорово. Я так люблю гулять. Что закрывает? Что закрывает тебя? Где закрывает? Посадок закрывает, видишь? В смысле? Вот это? Ходил. Ну, не знаю. Может быть, кого-то там змея покусала такая же. Какая? Как у тебя? Да. Ну, так это же хорошо, когда есть домашняя змея. Загораживает, не просто так же. С двух сторон. И там начали загораживать, здесь начали. Ну, не знаю. Или чтобы дети. Ну, дети никому надо. Ну, дети могут убежать, потеряться, плакать. Ну, давай покатаемся. Давай, выбирай транспорт. Какой ты хочешь? Не, я так теперь на китайцев езжу. Ой, я сейчас вот на таком прокатился. Ты теперь только на китайцев? Что у нас? Хочешь, пойдем покушаем уже. Это уже все кафе сад. Я съем чего-нибудь, так уж и быть. Овощное, рыбное. Овощное или рыбное? Садись. Блин, вот сейчас летом хочется на улице посидеть, вот реально, не знаю, тепло, так хорошо. А вот когда мы с тобой ездили в начале мая в Геленджик, хотелось все время спрятаться летом внутри кафешечки. Сейчас было туда идти, а мы надо было дальше идти. Вот, там? Да. Где машина стоит? Ну, хочешь там пойдем?
А что, это разные, что ли? Я думала, оно все в одну тропу соединяется. Ну, пойдем. Вот. Но я не... О, блинчик дня со скидкой. Блинчики? Здесь негде посидеть. На ходу блинчики я не буду есть. А пахнет вкусно, кстати, ребят. Вот. Че, не вкусно тебе? Нет. А это вот что такое? Какой-нибудь тир или что-нибудь для детей будет. Ну, это еще не доделали. Лохотрончики, мини-лохотрончики. Ну, да. А это вот, видишь, канатная дорога. Из чего узлов? Это что? Ну, канатная дорога, видишь, натянутая. Там вот куст какой-нибудь. Небольшой парк тоже, да? А, вон, видишь, да, там. Ну, здесь интересно. Для детей вообще огонь, ты глянь. Угу. И все сетки. Тропки какие. И все сделано прямо. Хорошо, красиво все. Угу. Вон, видишь, площадки детские. Убейте скворечники. Ой, на меня напала муха. Да. Сколько здесь мостиков? Детского вообще очень много. Да здесь в основном и детское все. Какое прекрасное дизайнерское решение. Женя решил покушать. Приятного аппетита, Женя. Да ну, не поесть из экрана, нет. Из песока, куда же нам сесть? Здесь. Прям зеленый, и прям театр. Красиво. Здесь. Ой, солнышко прям хорошо так припекает, я вам скажу. Это сильно. Ну да, сильно хорошо. Ну, просто театр, нет никуда выхода. Ну, да. Кто-то вот в тенечке сидит там. Вдохновляется. Или рисует. В принципе, это должен работать сейчас. Сейчас он просто позеленел. Ну, все равно вода чистая. Ну, зеленая. Подсветка зато. Ну, да. Хорошо так. Прогуливаться здесь. Процесс очистки водоема. Ой, фух, вообще. Видите, как летит. Какой прям. Давай дорогу спортсменам. Молодцы какие. Спорт – это сила. Тут, ребятки, вот этот слаж фруктовый, картошку фри надо есть, вредный. Что-то да, захотелось да. Как-то, не знаю. Собственно, вот он, мой слаж, холодненький такой. Сейчас еще картошку фри заберем, и Женя себе бутер заказал. Ой. Это Женя недоразумение. Какой он там корндог. Прекрасно. Приятно, типа, не расстраивайся. Вообще, ребята, сплошная химия оказалась. Я вот думаю, они там... Что налили такое пенистое, да? Невкусно, ужасно. Сейчас картошечка фри еще с соусом. И вот так на лавочке сидим. На лавочке сидим. Ну, как-то так. Веселый паровозик. Парка мы уехали, пушки какие. Это воинская часть. Да? Я не помню какая. Видишь, написано штаб войсковой части.
А проходная с другой стороны. Ну, срочно. Немножечко укачивает в машине, наверное, плоховатенько. Нет, это из-за погоды, скорее всего. Нет, ну так-то на улице нормально. 30 градусов, ты представляешь, в машине компьютер показывает 30 градусов. Ну, жары. Нормально. Я люблю жару. И сам. И никогда с утра было. Ну, в машине это вообще кондиционер, я там замерзаю, мурашками покрываюсь. Дело не в этом. Мне даже при нем укачивать, наверное. Вообще обычно меня не укачивает, это вот явление какое-то странное. Палка моя. Пиццу будем есть, ребятки. У меня грибная, а у Жени, я не знаю, бекон там, что-то еще. Все, что есть. Все, что есть. Ташир пиццу взяли.